Евгений Суток, тема вас приветствует, канал «Белорусское пчеловодство». И сегодня у нас видео посвящено анонсу очередного мероприятия, которое пройдет на канале «Рации Зела «Белорусское пчеловодство». Состоится оно 9 апреля 2016 года в субботу в 19.00 по Киеву и в 19.00 по Москве и в 19.00 по Минску. То есть это будет одинаковое время, 7 часов вечера. Лектор Чухрай Татьяна Михайловна, пчеловод, апитерапевт, человек, который делает продукты пчеловодства, незаменимые для людей, для лечения всевозможных болезней, для профилактики всевозможных болезней. В частности, специализация Татьяны Михайловны – это маточное молочко, личинки восковой моли и пчелиный подмор. То есть Татьяна Михайловна делает настойки на этих всех видах пчелопродукции. Чтобы участвовать в нашей лекции, в наших переговорах на канале Зела, задавайте вопросы. Ваши вопросы первоочередно пойдут в первом блоке вопросов в комментариях под видео под этим. Просьба подготовиться заранее к встрече с Татьяной Михайловной на канале «Рации Зела». Посмотрите ее предыдущие ролики на YouTube, у нее есть собственный канал YouTube. Посмотрите ее ролики, посмотреть то, что она предлагает. И вопросы, которые у вас появятся из этих видео, вы можете задать в комментариях. Или задать вопросы после основного блока вопросов, которые будут заданы на канале YouTube «Белорусское пчеловодство». Итак, повторюсь, 9 апреля в 7 часов вечера Чухрай Татьяна Михайловна, пчеловод-апитерапевт. Всего хорошего, до свидания. Задавайте вопросы в комментариях, пишите, будем рады зачитать их в первую очередь.